Добрый день, уважаемые друзья. Нас очень насторожило заявление Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики о возможном повышении тарифов после завершения военного периода. Надо сказать, что, во-первых, даже сегодня нельзя делать таких заявлений, поскольку и так люди насторожены, и так люди живут в стрессе. А подобного рода поползновения в будущем мы категорически будем протестовать против этого, работать с правительством, чтобы этого не было, потому что любое повышение стоимости энергетики, даже если закончится, дай бог, военное положение, все равно обременительно для людей. Можно идти речь только о увеличении субсидий, о стабилизации цен, но ни в коем случае не о повышении и не создании дополнительной тяжести на финансовое состояние людей. Этим мы будем заниматься. Всем оставаться живыми, здоровыми. До новых встреч.